Сейчас я покажу вам комментарий, который оставили под одним из моих роликов на YouTube. И с автором этого комментария я целиком и полностью согласен. Мне кажется, очень многие мужчины даже не могут себе представить, насколько сильно отличается то, как женщина видит мир и происходящие в нем события, от того, как все это они видят сами. Проще говоря, то, что для мужчины кажется белым, для женщины выглядит черным, и наоборот. И в этом на самом деле нет ничего удивительного, потому что нам с самого детства рассказывали, что каждая женщина мечтает создать семью с хорошим, надежным и положительным мужчиной. Нам рассказывали, что каждая женщина мечтает заниматься домашним хозяйством, ухаживать за детьми, а вечером встречать мужа с работы, кормить его ужином и выслушивать его рассказы о том, как у него прошел день. И очень многие мужчины во все это свято верили, а поэтому старались быть хорошими, положительными, все делали для семьи, но тем не менее женщины таким мужчинам изменяли или их бросали. И эти мужчины думали, что им просто не повезло с женщиной. А поэтому после того, как женщина их бросила, они пытались построить отношения с какой-то другой женщиной. Но все заканчивалось точно так же. А правда заключается в том, что все, о чем нам рассказывали, женщине на самом деле не нужно. Женщина не хочет вести домашнее хозяйство, не хочет заниматься детьми и уж тем более не хочет кормить мужчину ужином и выслушивать его рассказы о том, как у него прошел день. Женщине не нужна спокойная семейная жизнь. Ей нужны скандалы, истерики, интриги. В общем, ей нужен постоянный дом-2, то есть все то, что вызывает у нее эмоции. А поэтому хорошего, ответственного мужчину, который заботится о семье, женщина видит просто как лоха, которого она может развести и за счет которого она может безбедно жить, но при этом продолжать заниматься тем, чем ей нравится. А нравится женщине, как я уже сказал, интриговать, манипулировать и менять мужчин так часто, как ей позволяет ее собственная внешность и внешние обстоятельства.